SkyWars, BedWars, Build Battle и также многие другие рубрики и мини-игры вы сможете найти на канале Сава. Заходите и подписывайтесь. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в продолжение прохождения замечательной, а именно самой крутой карты в истории Майнкрафта. Ребята, кто смотрел вчерашнюю серию, тот знает то, что эта карта нереально крутая, прям нереально, поэтому если вы хотите видеть новую серию как можно быстрее, я даю вам свое слово, чем быстрее наберем 1500 лайков, тем быстрее будет новая серия. Если мы дружно соберемся и поставим все лайк, через 2 часа набираем 1500 лайков, через 2 часа выходит новая серия, я вам обещаю, ребята, задумайтесь об этом. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, я буду рад, если вы вступите в нашу большую и дружную семью подписчиков. Ребята, не ленитесь, потратьте на меня всего лишь 2 секунды, на лайк, на подписку, за это я вам скажу большое спасибо и выпущу новую серию как можно быстрее. Да, ребята, тянуть мы больше не будем и приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы остановились тут в предыдущей серии, тут у нас выскочил прям какой-то чувак, какой-то стрёмный, страшный. Посмотрим, я надеюсь, что он больше нам никогда не встретится, мне очень хотелось бы на это надеяться. Но, ребят, сейчас мы находимся в какой-то новой зоне, потому что тут мы еще ни разу не были. О, кстати, тут у нас есть... Так, что мы тут можем сделать? Это магазин. В первую очередь мы можем... Нет, мы не можем, у нас есть 23 кристалла, а чтобы проапгрейдить свой меч... 40 кристаллов, чтобы кирку 50 кристаллов, потом чтобы подсказку 1 и Дженник Авила Гвейдзе будет. Ага, Genetic Modification. Нифига себе, а ну, ребята, мы можем апгрейдить себе. Офигеть, ты получаешь меньше урона от монстров, а ты можешь, лазать по стенам и карабкаться и ползти намного... Нифига себе, сколько тут возможностей у нас будет! И также, ребята, у тебя жизни восстанавливаются намного быстрее, и ты делаешь больше урона. Я, ребята, этот, если что, пока что не буду ничего делать... О, что, это что-то новенькое. А, то есть эти... Охренеть просто. Ребята, вы видите, что тут такое мы можем находить на полу? Шприцы, которые будут нас лечить. Офигеть, просто это не карта, это что-то новое, я еще раз повторю, потому что это нереально что. Сейчас, как я понял, в этом меню, пожалуйста, харе уже вот эту фигню, оно меня так уже заколебало, то, что вы себе не представляете. Так, сохранимся вот тут, а нужно ли нам прыгать туда? Да, ребята, нам нужно добыть блок TNT, Опа-на, сейчас мы тпхаемся назад. И сейчас мы можем пойти вот сюда обратно и взорвать вот это. Замечательно. И тут мы сделаем чекпоинт, все. Спасибо тебе большое, то, что больше нет вот этого звука, который меня уже так заколебал, то, что с ума может идти. Так, ты можешь пригнуться и ползти на вот этих блоках. Ребята, как видите, я угадал. Вот смотри, если мы нажмем Shift, Press Shift, да. Охренеть просто. Ребята, это ванильная карта. Без модов. И даже без ресурс пака, это просто встроенный ресурс пак в самую карту. И мы можем тут ползти. Офигеть просто. Мы находим капсулы на земле, вот эти шприцы, которые могут нас лечить. Это просто охренеть, ребята. Посмотрим, что у нас будет дальше, но вот это... Я бы дал Оскара за эту карту, ребята. Честное слово, давайте попросим у Лео одолжить свой Оскар. Потому что вот эта карта реально заслуживает Оскара. Так, прыгни, чтобы прекратить ползти. Да, ну это, в принципе, ясно. Потому что эта карта, это что-то... Так, в чем, ребята, суть и почему я аукаю? То, что... он все-таки отправил за нами вертолет. То есть он сказал то, что наш же самолет разбился, и он отправил спасательную операцию, то есть вертолет за нами, чтобы он нас спас. Но
Пока мы дожидаемся вертолета, он сказал то, что мы можем пойти исследовать какую-то лабораторию. А как оказывается, в этой лаборатории не все так просто, и тут реально... О, я там вижу, вот смотрите. В этой лаборатории есть какие-то монстры. А он в этом не в курсе, мы ему этого не сказали. Может, у нас рация просто-напросто не работает. И что он сказал? То, что ты еще не нашел ничего ценного в этой лаборатории? Нет? Зачем я тогда спрашиваю? Но в любом случае, я сейчас пойду спать и увижу тебя через несколько... часов. Я надеюсь, то, что ты будешь жив. И, в принципе, в конечном итоге ты сможешь заплатить мне за мой самолет, который ты взорвал. Ну... Explosion in sector 15. No present researchers found in this sector. Alarm is deactivated. А, ну, спасибо тебе то, что ты отменила вот эту... сигнализацию, потому что вот этот звук бы меня добил, не знаю до какой степени. А, то есть взрыв в секторе 15, там никого не было, поэтому это... Так, а куда нам нужно идти? Круто. А, то есть там в том секторе никого нету, поэтому вот это... О, он тут взорвался. Ага, то есть тут никого не было, поэтому сигнализация была выключена. Да кто меня нахрен бьет, а? Так, башка, ты не очень приветливая. Я, если честно, немного очкую отсюда вылазить. Ох, я знал, ребята. Это уже было такое, то что вот эта не очень приветливая башка все же на нас кричит. Кто-то мне сказал при предыдущей серии то, что каждый раз, когда я использую телепорт, у меня тратится один кристалл. Нет, он не тратится. Я уже напугался, я думал, нифига себе, сейчас каждый раз, когда я буду тпхаться, будет тратиться один кристалл, но нет, он, ребята, не тратится. Так, что это такое? Этот пол очень и очень липкий. Ты не можешь прыгать. Да, ребята, я реально не могу прыгать. Поэтому нужно опасаться вот этих полов, то в том смысле, то, что на этих полах мы не можем прыгать, и нужно это учти. А что, какой я? Treasure Hunter. Ух ты, нифига себе, нам, ребята, новую... Ачивочку дали. Так, сейчас выбираемся сюда и посмотрим, что у нас тут. Какой-то рычажок. Опа, что-то открылось, только знать бы, где это открылось. Ну, сейчас мы вернемся, ребята, назад. О, вот так, в принципе. А сейчас мы же можем тпхнуться. И опять потопаем назад, посмотрим, где вот тут. Да, вот тут это открылось, я надеюсь, что вот тут. Тут у нас... Там у нас тоже что-то есть, но ладно, туда мы не можем в данный момент пойти. Что у нас тут такое? Что у нас тут такое? И тут что у нас такое? Тут столько путей, то что... О, спасибо. Спасибо за один кристаллик, я очень этому рад, и я благодарен то, что вы мне дали один кристаллик. Могли бы, конечно, дать побольше, но все же один кристаллик тоже сойдет. Так. Перестань меня дубасить. Идем сюда, сохраняемся. Замечательно, тут у нас, значит, есть уже сохранение. И очень много вот этой зеленой фигни. И если мы упадем на вот эту зеленую фигню, то мы не сможем прыгнуть, и нам нужно будет возвращаться обратно на наш чекпоинт. Поэтому нужно быть немного... Опа. Немного поаккуратней. Ух. Я не знаю, ребята, лучше бы я умер или нет, или лучше бы я остановился и нормально бы прошел вот это. Потому что, как вы знаете, ребята, это в какой-то степени... Не, я не скажу то, что это хардкор карта, но все же жизни же у нас не восстанавливаются. Поэтому я, ребята, не знаю. Да твою мать, а! Смогу ли я сейчас допрыгнуть? Какой-то этот слишком долгий прыжок, я хотел сказать, но все же я допрыгнул... Опа, с третьего раза. Так, замечательно. Поднимаем три кристалла. Сейчас вот сюда. Опять сохраняемся и топаем дальше. Так, мы тут были? Да, мы были, но мы вроде были с той стороны. Сейчас мы пробрались на другую сторону. Опа, какая-то новая записочка. Сейчас мы прочитаем. Так, новая записочка. Так, ребята, нужно читать, потому что это интересно, это, в принципе, сюжет. Ух, кто-то написал, в этой лаборатории бегают какие-то монстры. Они вполне спокойные до того, как я к ним подойду. То есть вы помните, ребята, в предыдущей серии за нами появился какой-то страшный монстр. И он, в принципе, там сидел и что-то себе под нос там шептал. И он ничего нам не делал, и сделал только тогда, когда мы близко к нему подошли. Он прям испугался, и нас испугал, и убежал. А в принципе, он
становится каким-то сумасшедшим тогда, когда я к нему подхожу. И я могу их называть скримеры, потому что они, в принципе, очень громко кричат, когда к ним близко подходишь. Поэтому будем знать, ребята, будем знать. О, еще один кристалл, если честно, даже не знал, что там есть кристалл. Так, туда мы не можем пойти, поэтому, ребята, будем топать вот сюда. Я не знаю, есть ли смысл что-то апгрейдить. Genetic. Ну, что у нас тут? 80, 60, 20. Юкрал. Ну, то, что я буду карабкаться и ползти намного быстрее, мне кажется, большой роли не играет. Поэтому ломаем вот эту стену и топаем дальше. Замечательно. Сохраняемся вот тут. А, так, это не падает. Это же падает, ребята, если вы помните. Когда мы... Ух, нужно поаккуратнее быть, а то я куда-то сейчас провалюсь нафиг на нижний уровень. Вот так. Да. О, и там что-то есть. Сейчас. Опа, вот так. Тут у нас что-то есть, ребята. Сейчас мы посмотрим. Стекло выключилось. Что-то не очень дружелюбное, если честно. Ух ты ж нахрен, ёшкин кот. Значит, знаете что, давайте сначала пойдем сюда. Может, да. Это какая-то секретная нычка, пасхалка, как можно назвать. И мы нашли три... кристалла. Сойдет, ребята, сойдет. Три кристалла. Что вот это за хрень меня интересует? Вот эта оранжевая фигня. О, кстати, там у нас есть проход. Ну ладно, давайте сначала топнем сюда и посмотрим, что у нас тут может быть такое. А так, дай сюда. Вот, замечательно. Фух, ты можешь прилипнуть к этим оранжевым блокам и ходить под ними. Охренеть, ребята. То есть, как я говорил, в первую очередь мы можем... О, кстати, тут нам нужен будет TNT, чтобы вот это взорвать. В первую очередь мы можем... А не то, что ползать, не то, что ползать, ребята. А сейчас мы можем... Знаете что? Вы поняли, ребят? Сейчас мы можем карабкаться на руках. Это офигеть как круто. Так, посмотри вниз для того, чтобы спрыгнуть. А, ну круто, замечательно. Сейчас, ребята, я не знаю, будем ли мы туда идти или куда мы пойдем. Если мы упадем вниз... Твою мать, зачем я упал? А, кстати, это даже круто, или нет? А, я сейчас... А, нет, я же не смогу тут пройти, ребята. TNT-то я забрал, но я не смогу вот тут пройти. Хм, продумали, заразы. Хм, и как бы мне... Твою мать, вот это я перепрыгнул. Как видите, ну вот это, в принципе, часть эксперимента, то что если мы перепрыгнем вот это, точнее, или упадем вниз на вот эти красные блоки, то нас телепортирует обратно. И, ребята, я забыл то, что мы можем приземляться на вот эти блоки. А, нас телепортирует обратно, и мы потеряем один кристалл. Хреново, хреново, я тут вряд ли смогу... What? Не, вряд ли я тут смогу как-то... перепрыгнуть. Хм, нам нужно идти какой-то обходной путь. Наверх? Твою мать! Так, а как мне там тогда спрыгнуть? А может... Во! Значит, просто мне пищу нужно пульнуть было вперед с собой. А сюда я не буду возвращаться, потому что мы вернемся назад. А если сюда... Вот, это я где? Мне, походу, не нужно останавливаться, мне просто нужно бежать вперед для того, чтобы... А, сейчас, вот так. Для того, чтобы допрыгнуть до вот той платформы. Вот так. А, потому что, вы видите, если я... Вот так, допрыгнуть. Я уже таким способом потерял, хрен его знает, сколько кристаллов. Сейчас нам нужно туда как-то... Допрыгнуть. Вот так, ребята. Люблю я вот эти фигни. А, и сейчас. О, я даже туда могу. Ну, сначала давайте мы вот это обрушим, вот эту хрень, да. Опа! И сюда допрыгнем, заберем три кристалла. И, ух ты, а тут у нас что? Тут у нас магазинчик. Да, тут у нас, ребята, магазинчик. И, в принципе... О, там еще что-то было, Ах, вы ж... Нихрена себе вы тут попрятали вот этих кристаллов. Попрятали, ребята, попрятали. Значит, на этой карте... Нужно быть нереально внимательным. То есть, как вы видите, на этой карте нужно быть реально внимательным, потому что тут везде есть спрятанные кристаллы. Твою мать! Если бы я еще не терял так кристаллы так быстро, это было бы вообще круто. Но я просто забываю то, что нам нужно на полной скорости там бежать. Но сейчас я понял, что нам нужно делать. Мы подбираем TNT, прыгаем на вот этот блок, и сейчас мы можем сюда допрыгнуть, потому что раньше мы не могли туда допрыгнуть. А, и сейчас нам не сюда нужно, а сюда нужно. Вот так. Обходной путь, потому что через красные блоки мы не можем вернуться, только через зеленый. Сейчас топаем сюда, встанем
и круто. И все, ребята, вот таким способом мы продвигаемся дальше. А сейчас прыгаем сюда. Опа, мега прыжок. Ух ты ж, ни хрена себе. Так. Круто. Круто. Круто, как меня вот эти сектора нафиг заколебали, если честно. Они обрушаются только тогда, когда я к ним подхожу. То есть, ни раньше, ни позже. Только тогда, когда я к этим секторам подхожу. Так, сохраняемся. Замечательно, ребята. А у нас тут есть магазин, и мы можем пойти дальше. Давайте, знаете, давайте пойдем дальше. Опа, вот так, подбираем и опа, опа, подбираем. А я могу это взорвать вот тут? Могу, но в этом нету никакого смысла. А там... О, о, я только сейчас заметил. Так, ну, в принципе, оно только сейчас и обрушилось. Сейчас мы ставим это сюда. Замечательно. Фу, так, сейчас, нам нужно... Опа, опа, о, нет. Это чувак вернулся, ребята. У меня аж мурашки по коже. Опа. Фу, то есть, как нам говорилось в записке, эти чуваки вполне спокойные. Они нам ничего не будут делать до тех пор, пока мы к ним не приблизимся, наблизимся. Но, в принципе, у нас другого выхода нету. Нам нужно топать сюда. Твою мать. Убежал, но, знаете, то есть тут даже скримеры другие. Каждый раз они другие, потому что в предыдущий раз тут было то, что он как паровоз прям пу-пу, и помчался вперед. А, кстати, мы же можем ломать вот эти блоки. Да, замечательно. А я сюда могу прыгать? Это выглядит безопасно, да, безопасно. Так, а что у нас тут? Ничего, ничего, спрятанные какие-то кристаллики. Пожалуйста, что это за нами бегает? Это у меня с жопы какие-то пузырьки вылетают. А, так, идем сюда. О, я знал то, что тут будут спрятаны кристаллы. Поднимайся. 53 кристалла, ребята, мы себе уже можем заапгрейдить наш меч. Я надеюсь, что нам меч понадобится. Если нам дали все-таки меч в этой карте, значит, мы им когда-то воспользуемся, да? Хотя монстр, в принципе, еще не встречал. Зачем я это сказал? Это нахрен совпадение или то, что я сказал, и оно у нас на глазах появилось? Я не знаю, ребята. Они нас будут бить? То есть, знаете... Есть разные монстры в этой карте. В первую очередь, это монстры, скримеры, да, которые нас пугают. А вот это, я не знаю, будут ли они нас пугать или будут они нас бить. Давайте приготовимся к борьбе. Твою! Ты зараза! Ни хрена себе они... Значит, это все-таки монстры, ребята. Значит, это все-таки монстры. Ага, ясно. Нам бы вернуться назад, ребята. Я бы вернулся назад, но вряд ли я... Я могу вернуться, да, ребята, я могу вернуться только для того, чтобы... да, я могу вылечиться. То есть, чтобы вылечиться, нам нужно потратить 3 монетки. И также я могу... Да! Во! Кстати, круто то, что я даже сюда вернулся, потому что я могу сейчас проапгрейдить свой меч, и у нас будет он уже 2 уровня, также на камень, как и кирка. Поэтому круто то, что я туда вернулся. Опа, 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 замечательно. Вот сейчас мы идем во все орудия и посмотрим, сможем ли мы справиться. Значит, это все-таки полускримеры, полумонстры, с которыми мы уже, в принципе, будем сражаться, хоть они и страшные, заразы. Так, и ни хрена себе, в первую очередь они очень быстрые. Я вижу там лечилку, я вижу там лечилку, ребята. Вот так, я вижу тут лечилку, ребята, вот смотрите. Опа, замечательно. И вот я случайно заметил, но это круто. Нужно смотреть во все обе, потому что... Во все оба глаза, а не во все обе. Так, иди сюда. Так, замечательно. Они еще, в принципе, нам даже кристаллы дают. В первую очередь, они очень быстрые. Они очень быстрые, и они наносят офигеть как много урона, потому что у них есть мачете. Это нужно запомнить. А, так, там у нас ничего нету. Тут у нас тоже ничего нету. Ничего нету, значит, нам... Да, значит, нам сюда нужно прыгать. И сейчас, да, и сейчас мы можем достать вот сюда. Сейчас проходим сюда. Чекпоинт. Замечательно. Вот так. О, круто. Нифига себе, сколько лечилок. Экстра хелл. А на сколько это времени? Не знаю, но нам дало, ребята, 6 дополнительных сердец. Я рад, я рад, я рад, ребята. Эта карта сумасшедшая. О, кстати, какое-то секретное местечко. Может...
Да, ребята, я обожаю секретные места, потому что, как вы видите, они реально очень прикольные. Мы можем добыть себе кучу кристаллов вот в этих секретных таких закоулках нафиг. Опа, опа. Так, замечательно, мы потеряли наш TNT, но все же я надеюсь, что я смогу сюда допрыгнуть, сохраняемся. И, ребята, сколько там уже серия длится? В принципе, знаете что, мне кажется, то, что на этом уже можно будет заканчивать... Мы добрались до этого места, и мне кажется, то, что это будет замечательное место для того, чтобы закончить вот эту серию. Твою мать. Лучше бы я не прыгал, не потерял бы один кристалл. Но все же, ребята, я не знаю, что сказать. Эта карта до сих пор нереально крутая. Нам, в принципе, нужен еще один TNT, чтобы вот эту хрень взорвать. Только я не вижу, где тут есть TNT. Может, нам нужно вниз будет прыгать вот туда куда-то. Наверное, все-таки так оно и будет, потому что... Как вы... Хотя фиг его знает, ребята. Честное слово, фиг его знает, куда нам нужно будет сейчас идти. Хм. Может, как-то вот так? Сюда, сюда, сюда. Если я туда упаду, вот тут у нас... А чё там? Чё? Сломалась, зараза! Сломалась, зараза! Ах ты ж, как не вовремя сломалась ты. Или... А, мы не получаем урон от падения. Значит, мы можем сюда пойти. Круто, ребята, круто. Ух ты ж, ни хрена себе, нам, наверное, нужно будет туда как-то упасть. Это, знаете, полудроппер, можно и так сказать. Все, в принципе, знают, что это за карта. Но это будет реально очень сложно туда попасть. Но, ребята, на этом мы уже будем заканчивать. Я надеюсь, что вам нравится эта карта, мне очень нравится. Это я бы дал Оскара. Как я сказал, я бы дал Оскара за эту карту. Кто создал эту карту, он прям нереальный молодец. И он нереально постарался, за это ему действительно уважуха. Он будет еще большим молодцом, если эта карта окажется очень длинной, потому что это вторая серия, и у меня ни капельки, повторюсь, ни капельки не пропало желание проходить ее дальше. Поэтому, ребята, чем быстрее наберем 1500 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Даже если через 2 часа, ребята, мы все дружно соберемся и наберем 1500 лайков, через 2 часа выйдет новая серия, запомните это. Также подписывайтесь на мой канал, каждый подписчик для меня как друг, я буду очень сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью подписчиков, ребята, не забываем об этом. Потому что каждый подписчик мой друг, я еще раз повторюсь, я вас всех очень сильно люблю. И прошу потратить на меня всего лишь 2 секунды. Одну на лайк, одну на подписку, ребята. За это я выпущу для вас новое видео как можно быстрее. Также, ну, просто не поленитесь этого сделать. Также, ребята, я скажу большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Вы не перематывали, вы не выключали. Кто досмотрел, тот действительно заслуживает отдельного уважения. Приходите на мой канал каждый день, потому что на моем канале выходит видео каждый день. Я всегда вас буду рад видеть. И всегда буду ждать вас на просмотре нового видео, ребята. Не стесняйтесь. Приходите. Скажу вам еще раз большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.